13 единиц незаконного оружия изъяли павлодарские полицейские. Правонарушение удалось выявить в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». По каждому изъятому оружию назначена экспертиза, проводится проверка. Правоохранители призывают жителей региона добровольно сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие. В этом случае они освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иного преступления. Вместе с тем напоминаем, что ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия предусмотрена в соответствии со статьей 482 Кодекса Республики Астана об административных правонарушениях, который предусматривает штраф в размере до 50 МРП с конфискацией оружия и в соответствии со статьей 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан, который предусматривает штраф до 200 МРП, либо лишение свободы до 10 лет.